Наши перепелята, дивіться, скільки є яєць. Да. Зараз все позбираю. Ми гуляємо з гусьми нашими. Стоп. Утренняя зарядка. Я вже там всю кукурузу навіть повисмикувала, тому що вони її з'їли. А так пару секунд не догладиш, і вони сюди бігом біжуть, летять. Ігор тут досипає, бачите, дорогу. Там він положив кусочок в ямі. Яка вже гарна у нас веранда, да? Вже є дах, вже нам дощик взагалі не страшний. Сьогодні хлопці будуть підшивати. Вже от почали. От так це виглядає. От така красота. Грандацеп. Нам приїхала розетка і привезла холодильник. Розетка щоразу, що треба. Доставка прямо аж у двір. Смотрите, яка громадина. Ми купили холодильник. Холодильник. Називається Indesit. Такий же. Цей піде туди до батьків в хату, а ми собі розкошелились на великий. Бо нам малувато буде. Ось моделька. Тут морозилка більша. Та й взагалі він набагато більший. Ось така доринда. Отак. А тут 104, а тут 111. Да. Морозильна камера 111. Оця більша. Це на 7 літрів. А це 259, а там? 195. 60. Я помила холодильник. Мы его включили и ждем 4 часа, чтобы можно было перегрузить сюда продукты. Знаете, столько радости, потому что он немножко больше. И мы все-таки ждали, когда он у нас появится. Ну вот сравните сами, насколько больше. Вот и так, вот. Видно вам? Вот старый, вот новый.
ширина и глубина одинаковая. И по глубине он тоже больше. Вообще, когда-то у нас не было ни одного холодильника. И мы, знаете, где хранили продукты? В погребе. Поллета, наверное, у нас не было. Может, и целое лето, я даже уже не помню. Вот, пока мы привезли очень старенький холодильник с Киева. Но ничего, жили. Правда, мы тогда в селе не жили, мы приезжали только на выходные. А тут у меня сейчас все завалено. Вон сколько всего. Экскурсия. Видите, яйца перепелиные, сколько места занимает. Это еще мало. Это я блинчики жарила. А так намного больше. Все, жду, не дождусь. Я думаю, хозяйки меня поймут. Привет. Пленку еще не обдираю. Поставим сначала. Потому что сейчас будем тащить. И придется, видите, у нас такой стабилизатор, придется немножко отступить место. Ну, в принципе, должно хватить. Представляем вашему вниманию очередные наши изменения. Ремонтные строительные работы продолжаются. Мы вот решили еще залить дорожки прямо к чану. Вот тогда. Вот первый этап. Рассыпали грантоцев. Наметили. Покидали сетку. И все. Завтра будем заливать. Нравится вам? Отставили. С той стороны, возле ванны. Так что такие вот изменения. Еще с этой стороны вот так. Красиво зеленый уголок будет уже. Вот такой вот ландшафтный дизайн. Все на глаз. Опыта нет, ну что-то придумываем. Ну что, покажу я вам нашу красоту. Вот уже она на постоянном месте жительства. Вот такая вот огромная. Огромный холодильник. Теперь вот тут такое пространство за счет стабилизатора. Вот так открывается. И вот так все сложено. Место для яичек нашлось. Тут для бутылок я себе так придумала, для маленьких баночек. Вот такой тут пока порядок. Творческий беспорядок. Так что вот такие вот мы. Крутые с таким холодильником. А тот мы вымыли, и он поедет к родителям в дом. Вот, подсыхает.